Сегодня в средствах массовой информации активно обсуждается вопрос введения дополнительных штрафов якобы за использование резины зимней в летнее время и наоборот зимней, летней в зимнее время, зимней в летнее время. Тема эта долгоиграющая, давно обсуждаемая, но для того, чтобы соответствующие штрафы были внесены, для этого необходимо править административный кодекс. С такой инициативой в Государственную Думу правительство не выходило, такого законопроекта нет. Кроме этого, этот законопроект, даже если и появится, это вопрос совместного ведения, то есть месяц рассылки до рассмотрения в первом чтении, месяц на поправки для рассмотрения во втором чтении. Но очевидно, что в эту сессию Государственная Дума, даже если правительство с этой инициативой выйдет, вряд ли успеет это рассмотреть. Но по информации Министерства внутренних дел, пока это только обсуждается. Я напомню, что обсуждается все это достаточно давно. Наша позиция фракции ЛДПР, что человек, который управляет транспортным средством, он осознанно должен подходить, анализировать дорожную обстановку, анализировать погодные условия, анализировать состояние своего транспорта, в том числе и резины, колес в целом, и принимать решение, когда перебываться, как говорят в среде автомобилистов, в зависимости от погодных условий. Вы видите, в этом году у нас снег сошел достаточно рано, а были периоды, когда перебываться можно было там только в мае. Поэтому регион региону рознь, и все должно приниматься, исходя из принципа, прежде всего, здравого смысла, а не норм, которые закреплены и не корректируются в зависимости от погодных условий. Следите за нашими новостями, чтобы не пропустить все самое главное и интересное во внутренней политике нашей страны.